В детской областной клинической больнице в преддверии нового учебного года подвели итоги конкурса рисунка «Лето. Маленькая жизнь». Свои работы на суд жюри представили юные пациенты, которые провели часть уходящих каникул в стационаре. Чей рисунок покорил судей, расскажем прямо сейчас. Сестры Лысенко из Санкова каждый год проходят обследование в детской областной клинической больнице. Медперсонал давно их называет не иначе, как самородками в изобразительном искусстве. Я так изобразила, потому что я люблю животных. Водопад, солнце – это вот. Просто карандаши и черная ручка. Если кому-то понравится, кто-то захочет стать тоже художником, научиться, тоже как-то себя вдохновлять. Еще одна участница – Полина Логинова из Красного холма. Для нее рисование – вообще часть жизни. Училась в художественной школе. У меня изображен одуванчик на рисунке. Он символизирует то, что лето кончается в одно мгновение ока, как сдувает одуванчик. Этот конкурс с символичным названием «Лето – это маленькая жизнь» – своего рода арт-терапия для тех, кто в дни каникул проходит лечение или обследуется. Лауреаты конкурса получили памятные дипломы и ценные, особенно для любителей рисовать, подарки от администрации больницы, наборы фломастеров, игрушки и другие принадлежности, которые пригодятся ребятам в новом учебном году.